Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Huawei Watch GT3 Pro. И сейчас я покажу вам, как измерить пульс с помощью этих часов. Для этого мы разблокируем для начала наши часы. Далее переходим в наше меню, выбираем здесь значок с сердечком, это есть наше сердцебиение. Далее надеваем часы на руку. Достаточно плотно нам нужно их надеть. Ладно, можно было сперва надеть, потом разблокировать, но это не важно. Нажимаем, и теперь можем начать мерить. И, в принципе, они уже все сами измерили практически. Итак, просто нося ваши часы, вы будете измерять свое сердцебиение. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.